Хотелось бы сегодня пожелать всем нам, чтобы мы выбирали себе друзей таких, которые бы не тянули нас в пропасть, а которые бы действительно помогали и придавали бы нам как некие крылья к нашей духовной жизни, к нашему совершенствованию, к нашему возрастанию в этой жизни. Чтобы мы дружили с теми, кто нас спасает, а не с теми, кто втягивает нас в пропасть греха, осуждения, ропота. Для того, чтобы люди были вокруг нас совершенными, нам самим нужно тоже себя самих вытягивать из того гибельного состояния, в котором очень часто мы находимся, потому что не совершаем заповедей Божьих, потому что не любим Бога так, как нужно было бы Его любить, и не следуем Его путям, которыми Господь заповедовал жить каждому человеку, живущему на этой земле.